Сударушкин. Фамилия связана с просторечной формой «сударь» и слова «государь», которое в прошлом было очень употребительно как обращение. Фамилией могло стать отчество от насмешливого прозвища «сударь» или притяжательное прилагательное, означающее крестьянина, принадлежавшего не помещику, а царю. Сударик – тот, кто любит сударничать, барничать не кстати. Сударенька – полубарыня, вроде барыни. Фамилии Сударкин и Сударушкин могут быть и от именования матери, возможно, статной и красивой, Сударушка, а может, просто жены или вдовы сударя. Сударушкин Виктор Борисович – народный артист России, лауреат Государственной премии России. С 1964 по 1986 год возглавлял Большой театр кукол в Ленинграде. Режиссер драмы по образованию, но кукольник от Бога. Это был самый молодой художественный руководитель в Союзе. Ему было 28 лет. С его именем связаны крупные достижения театра в 60-80-е годы. Спектакли Сударушкина неоднократно удостаивались высших наград отечественных, а также престижных международных профессиональных фестивалей. Его спектакль «Похождение правого солдата Швейка» удостоен почетного диплома 12-го конгресса УНИМА Международной кукольной ассоциации. Позднее был президентом Российского центра УНИМА. Показал свои спектакли в 18 странах мира.